А ну давайте играть вместе с нами! Плюх-плюх-плюх! Воришка Енот, обмен! Деньги на ключик! Ура! У меня теперь есть ключи от аквапарка! Ребята, все за мной! Вау! Это же настоящий аквапарк дома! Ура! Сейчас мы его откроем! Покупаемся! У-ху! Нам нужно срочно найти Тома! Где Том, ребята? Где Том? Я не знаю, никто его не видел. Где же Том? Может быть, он на этой вышке? Нету Тома. Где Том? Ребята, где он загорает, отдыхает? Он нам срочно нужен. Эй, Том, а ну-ка просыпайся, хватит спать. Бен, а ну-ка нам разбуди Тома. Ребята, пока Том не хочет просыпаться, давайте мы пойдем и поиграем. Ни для кого не секрет, что мы прошли всю игру. Ну, то есть те уровни, которые были доступны в игре. Но это не мешает нам все равно играть. Смотрите, вот что за уровень? Кто-нибудь его помнит? Ну, давайте мы его пройдем. Это же так интересно играть в Тома. Ух ты, смотрите, здесь три Бена. Опа! А теперь два. Давайте мы запустим Джинджера. Лопнули Джинджера. Давай, Бен! Почти. Опа! А теперь Хэн. Как бы нам его одним ударом? Не получилось. Давайте чуть-чуть запустим. Ой, чуть-чуть не долетел. Ну ты, Бен, даешь. Ура! Мы прошли этот уровень. Эй, Том! Том! Ну что, ты видишь кого-нибудь там красивого, нового? Ты видишь, когда откроют нам новые миры? Том, ну-ка расскажи нам, когда откроют новые миры? Я не знаю, они все облаками покрыты, ничего не видно. Ну хорошо, давай тогда мы с тобой поиграем. Нажимаем кнопку play. Ух ты! У нас тут замороженные персонажики. Ха, мы сейчас Бена лопнем. Опа, и Тома разморозили. А еще нам нужно нажать на вот эту вот кнопочку. И теперь палка, которая нам мешала достать персонажиков, она двигается. Давайте запустим Тома. У-у-у, поплыли. А теперь Бена выпустим из этого заточения. Они очень долго у нас тут сидели. Вау, мы лопнули Тома. Остается только Бен. Полетели! Во второй бассейн, конечно же. Ой, а здесь есть труба. Давайте попробуем запустить в нее Анжелу. Опа, ей чуть-чуть не хватило, чтобы лопнуть вторую Анжелу. Но, ой, а у нас еще есть одна Анжела, поэтому... Она отсюда выскочила. Чуть-чуть не достали. Еще один ход. Ура. Мы убрали Анджелу. Остался Хэнк и Бен. Как и в прошлом уровне, у нас остался Хэнк и Бен. И тут тоже. Ура. Мы прошли. Проходим этот уровень. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эй, Анджела. А за Анджелой Хэнк музыкант. Ну-ка, сыграйте нам что-нибудь веселенькое на барабанах. Вау, как круто вы играете, здорово. Вокруг фонтана, как всегда, оживление здесь. Ого, сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6 персонажиков ходят здесь. И Бен, и Анджела, и Хэнк. Здорово. Эй, Бен, ты куда пошел? У тебя такая клевая шляпка. Ой, а тут кто у нас ныряет? Том пират. У нас тут ныряет. Ну-ка покажи, как ты умеешь. Плюх. Классно. Он в бассейне плавает. А тут все шезлонги заняты. Тут Джинджер, Бен, Хэнк и еще один Бен-пират. Ух, как страшно. А мы давайте еще сыграем. Ух ты, какой интересный уровень. Да, я его помню, мы его проходили. Ну, попробуем. Получится ли у нас в этот раз? Ух ты! Вау! Классно! Ну, давайте Джинджер. Давай. У него такие очки оранжевые, такие клевые.
Ну, попробуем Беном. Ой, ну куда же ты отскочил? Давайте вот этого Бена. Что происходит, ребята? Не знаю даже, кем пойти. Давайте вот... Почему я не попадаю? Я же хорошо прицеливаюсь. Что такое? Что происходит? Хэнк, не подведи! Хэнк, конечно же, нас не подведет. А теперь Бен. Опа! Он бы трех разом убрал, если бы нам Джинджер не помешал. У нас остался Том и остался Джинджер. У Джинджера клевые очки, а у Тома специальное снаряжение для ныряния. Так, остался только Джинджер. И поэтому полетели. Нет, не долетели. Давайте еще разок. Оу, мы прошли. Новый, то есть старый. Ну, в общем, этот уровень мы прошли. Да-да-да. Ух ты, смотрите, в нашем последнем, третьей части аквапарка столько много персонажиков. Мне особенно нравятся вот эти башенки. В них всегда кто-то лазит. Смотрите, Том с кепкой и... Что это? Это, наверное, газировка, да, на голове у него? Классно! А на пиратском корабле? Или он не пиратский? Ребята, этот корабль пиратский или нет? Ну, похоже, что не совсем, да? Но вот Хэнк, например, пират. Да. И он... Эхо, привет, привет, Хэнк! Привет, ребята! А ну давайте играть вместе с нами! Плюх-плюх-плюх! Классно! Ох, да, точно, этот уровень такой, ну, достаточно сложный. Нужно в правильное время запускать персонажей. Вот-вот сейчас, например, опа, мы всех Томов убрали. Это чудесно, чудесно, конечно. А теперь давайте попробуем Бена. Страшно, страшно, оп, полетели, убрали всех Бенов одним махом. Давайте попробуем то же самое сделать с Хэнком. Ой, да, получилось, проскочили, ребята, мы проскочили. Это здорово. Вот бы с Джинджером тоже проскочить, не проскочили. Так, но все равно Джинджера со второго раза убрали. Анджела, давай, не подкачай, давай, Анджела. В какой момент нам запускать? А, я, кажется, знаю, вот сейчас, сейчас, вот сейчас. Опа, прошли, прошли, Анджелу тоже лопнули, как мыльненький пузырик. Классно с Анджелой получилось, ребят. Ну, и кто у нас тут самый прикольный? Они ныряют, вот Том ныряет с корабля и купается. А Бен... И Хэнк, по-моему, да? Они ныряют просто так. Классно, они из труб вот этих вылетают. Да, прикольно. Из пушек они вылетают, как будто бы. И пушки выстреливают, и они купаются. Это такой тоже аттракцион в нашем аквапарке. Ну, а мы сыграем еще разок. Уж очень нам понравилась эта игра. Вау, смотрите, сколько здесь Анжел. И как будто ребята просто клонировали. Ну, посмотрим, что получится. Вау, это просто замечательно. Я тоже так думаю, что это замечательно. И поэтому, может быть, в эту сторону? И еще один ход. А, у нас еще и второй бассейн. О, здесь пропеллеры, вентиляторы, которые, как всегда, нам мешают и будут размножать этих Анджел, клонировать их. Вау, классно! Мы одним ударом всех четырех убрали с одной стороны, теперь с другой стороны. И мы прошли этот уровень! Ура, ура! Эй, Том, ты куда свой путь держишь? Вау, музыкант Том самый-самый клевый. А я иду в третью часть аквапарка, я здесь буду нырять. Видели? Видели, какой у меня наряд летчика? Теперь я буду нырять. Ой, а почему никого нет на смотровой башне? А что, если на нас нападут пираты? Ну, пока Том ругается, мы попробуем пройти еще один уровень, ребята. Вау, классно, мы
убрали Бена одним выстрелом. Попробуем то же самое сделать с Хэнком. Класс! Супер! И теперь Джинджер! Ага, мы прошли. О, что-то очень легкий уровень. Это, наверное, одни из первых, да, ребята? Он был такой простенький, и поэтому мы еще сыграем сразу. Давайте нам что-нибудь посложнее. Да, вот этот будет посложнее немного. Давайте уберем Бена, Джинджера быстрее, пока эта палочка не пришла и нам не помешала. Может быть, Тома? Да, отличная идея. А теперь давайте Бена вот так... Ой, не успели. Пусть эта палочка уйдет, и мы его запустим. Опа! Мы Беном толкнули Джинджера и лопнули его. Молодцы мы, молодцы, ребята, правда? А теперь Том... Ой, Анджела, эта палочка двигает, она нам хочет помочь. Ну неужели она нам помогает, а не мешает? Ну надо же, а? Эй, ты куда палочка отодвинула, Анджела? Мы все равно ее достанем. А теперь остался Том... Опа, почти-почти долетел. И прошли и этот уровень. Здесь был всего один бассейн. Поэтому, ну, не сильно сложно было. Да, немножко сложно, но не сильно. Привет, Анджела! Как твои дела? Ты видишь, скоро откроют новые уровни. Я не знаю, они все закрыты облачками. Ничего конкретного сказать не могу. Давайте поиграем в то, что у нас есть и осталось. И еще раз пройдем, ведь это очень-очень интересно. А тут у нас Том Зива. Это Том или Анджела? Похож на Тома. Но почему у него розовая шляпка? Том, ты знаешь, что у тебя розовая шляпка? Ему все равно. Он наслаждается отдыхом в аквапарке. И чтобы не было солнечного удара, он надел эту шляпку. Сейчас Джинджер прыгнет. Бжих! Классно он ныряет. Ну что, ребята, еще один уровень? Вау, да, это сложный уровень. Тут нужно попадать вовремя, очень-очень вовремя. Давайте уберем центрального Хэнка. Мы будем ждать правильного времени, чтобы проскользнуть. Иначе мы не пройдем. Опа, прошли. Ну, в смысле, Хэнка лопнули. Еще, конечно, не прошли, но мы постараемся. Том застрял. Как нам его, в какое время пульнуть? Вот что? Они такие узкие, не пускают нас, эти штучки. Почему вы нас не пускаете? Эй, мы хотим к Тому не пол... Вот, нужно ждать просто, ребята, нужно ждать и в определенное время запустить. Когда расстояние между этими палочками будет широким. Опа! Почти, почти. Мы выстрелили Бена. Поближе к Бену, но немного не попали. А теперь осталась Анджела. И нужно ее хорошенечко натянуть. Да, и ждать. Пока просвет будет большой. Вот был, но с одной стороны, а с другой... Ух ты, мы выстрелили Анджелу. Поближе к Анджеле. Чуть-чуть не хватило, еще один удар, и мы проходим и этот сложный уровень. Давайте мы все-таки... Вот, Том появился на смотровой площадке. И там, смотри внимательней, чтобы пираты сюда не пришли. И воришка-енот не прокрался, не забрал у тебя ключи от аквапарка. А то будет обидно, ты у него за $400, да, купил, кажется, аквапарк. Посмотрим, что тут у нас еще друзья делают. Вот Том идет, с кем он там идет? С Анджелой. Они, наверное, идут с горок кататься. Потому что у Анджелы такой спасательный круг. Детский в виде лошадки. Она ковбой. Класс, она ковбой. А вот два Хэн, ой, то есть это Хэнк Бен и Том летчик идут у нас... Наверное, в первый бассейн или позагорать. А здесь кто-нибудь купается? Да, здесь Бен ныряет. Молодец, Бен.
Отличный, отличный из тебя пловец. Давай посмотрим, как ты еще раз тут у нас нырнешь. Видишь, плюх! Классно! Мне нравится, как Бен тут плюхается. А здесь кто-нибудь загорает? Да, здесь обычно всегда кто-то загорает, потому что здесь особенно яркое солнышко. Ну, давайте, ребята, поиграем. Какой прикольный уровень. В принципе, несложный. Один бассейн, но однако здесь пропеллеры, которых стоит все-таки опасаться, чтобы не раздвоиться. Вот, Бен раздвоил нам Тома. Опа, еще кто-то раздвоился, нет? Мы Анжелу убрали. Давайте здесь так скопились наши персонажики, отправим Джинджера в другой угол. А можно лопнуть Тома вот таким образом. И еще раз Тома подальше от вентилятора. А на другой все равно попали. Ну ладно, Тому немного не хватило. Так, давайте Бена уберем. И осталось 3 Джинджера. Ух ты, как бы нам тут сделать? Ну, давайте вот так вот. Да, классно. И один ход остался. Думаю, мы пройдем. Точно, прошли. Ну, оказывается, несложно, да, когда начинаешь делать потихоньку, и все, и получается, и не сильно так сложно, в принципе. Все-таки какой классный аквапарк у нас получился, да? Не зря 100 уровней старались, собирали ключики, здесь так все красиво. Здорово. И теперь, ну, по-настоящему стоит здесь отдохнуть нашим персонажам. Анжели, Хэнку, Бену и Джинджеру. Их так много здесь, правда? Я даже не замечала, что их так много. Сколько их? Давайте посчитаем, что ли. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята, считайте вместе с нами, а потом напишите в комментариях, сколько их. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, кого не посчитали? 15, 16. Этих считали, нет? 17, 18, 19, 20. Уже 20, 21, 22, 23, 24, 25. Я насчитала. Ребята, кто больше насчитал или меньше, напишите в комментариях, интересно, сколько все-таки здесь персонажей, сколько здесь животных у нас проживает. Ну а мы сыграем, наверное, еще один уровень, еще одну игру, 3 бассейна. Вау, жгучие перчики, класс, смотрите, Анжела нам очень-очень помогла со своими перчиками. Бен, не подведи, не подвел Бен, молодец, классно. Анжела никак не может прорваться ко второй Анжеле, потому что мешает вот эта штучка. Но мы попробуем еще раз. Такой сложный бассейн, а у нее классные очки. Теперь тут 3 такие штучки кругленькие, которые нам всегда мешают. Ребята, вам они тоже мешают? Напишите в комментариях, если да. С кого бы тут опять сделать нам как? Аж язык заплетается. От сложности или от того, что не знаю, с кого начать? Давайте Том. Ну что ты, Том, давай прорывайся. И Бен. Все, полетели последний, третий бассейн. Сколько тут Бенов много. А давайте мы возьмем единорога, и у нас все персонажи будут одинаковыми. Они превратились в единорожиков. И мы одним выстрелом всех. Давайте еще раз возьмем. Они такие прикольные, эти единороги. Вот так. Опа! Ну прикольно, 4 осталось. Это Джинджер, теперь его нет. И Бен. Ура! Мы прошли и этот уровень, ребята. Лайк с вас. Кому понравилась эта игра и это видео. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Еще много-много выпусков вас ждут. Скоро обновление игры, и поэтому не пропустите.